Михайлович выписал ирригатор. Покажи картинку. Угу. А, такой же, как у нас был? Ну, если я его знаю уже, зачем что-то другое выбирать? Да. Точнее такой. Угу. Он вот на полочку хоть пойдет-то. Я сомневаюсь. О, походи, запасные. Да, нет. Ирригатор для чистки зубов и десен, и языка, и горла. Особенно у кого брекеты, вставные зубы, да. Дыры в зубах. Очень удобно. Никакая щетка сюда не заберется. Наливается вода. И она отсюда тонкой струйкой начинает. Ну, автомойка для зубов. Автомойка для зубов. И здесь еще регулируется скорость подачи мощность. Воды, да, мощность воды. Сначала начинать надо поменьше мощность брать, чтобы десны не кровоточили. Ну, они первое время в любом случае будут кровоточить. Постепенно привыкнут. Все, налили воду, включили. Бьет она микроимпульсами. Вот такими. Это вот мы сейчас на самое слабое поставили. Самое слабое. Ой! Забрызгала. Вот так. Она прикручена, наверное, да? Да, попросила Михалыча сетку убрать. Буду окно мыть. И хочу залезть на окно и снаружи помыть. А то с улицы мне очень высоко. Я не достаю. А так, изнутри помою, сетку поставлю. Правда же? Залетела. Только убрали сетку, сразу мухи налетели. Надо быстрее мыть и ставить сеточку. Ты увидела меня? Ну, что? Эй.
А я вот тюль взяла и повешала на кухне. Это еще у меня с Алтая тюль. Она у нас в спальне висела. И вот смотрю, насколько у нас потолки были вот такие же низкие. А во всех комнатах тут, кстати, повыше потолки. А здесь, видите, подшили пластиком, поэтому тут немножко пониже, сантиметров, не знаю, на 10, наверное. Вот, и мне кажется, что вот так вот с тюлем намного уютней, чем просто такая занавесочка висела, да? Протерла на холодильниках, на шкафах. В общем, у меня сегодня такая суббота-суббота. Субботний вторник у меня. Хотела вообще с утра идти в станицу. Мне кое-что надо купить, найти. Даже не то, что купить, а найти и купить. И с утра что-то так решила, что нет. Лучше вот позанимаюсь уютом, как говорится. И вот окна помыла. И повесила занавесочки такие. У меня, кстати, вот такой цветочек. Помните, я семена брала. И вот он только один распустился, вот такой красивый. Все остальное просто два лепесточка, три лепесточка жиденьких и все. А вот этот вот один так себя повел. Больше такие брать не буду, бархатцы. Лучше маленькие, низехонькие, яркие. Ну ладно, у меня в этом году просто была спешка во всем. Пойду еще крыльцо помою. И все. Время 3 часа. Я управилась практически. Здесь тоже убрала фольгу с окна и помыла окна и повешала шторки. Завтра хочу поехать в город и купить тюль. Пора уже, да? Потому что я свой тюль привезла, а он короткий весь, он прям по половину батареи, наверное. Вот. Я тут поливаю хризантему мультифлору. Слабенький сделала напорчик. Она цвет набрала. Это вот помните, мы 3 штучки брали в прошлом году мультифлоры желтых. Возле бани 3 кустика. Я их весной рассадила. И вот так вдоль теплицы посадила. Один только у меня погиб. Вот здесь был кустик. Ну, сразу не принялся. Все остальное все хорошо. Поэтому сейчас полью, и она должна хорошо зацвести. Укропчик сходит кое-где. Ну, в теплице уже сходит укроп. Я рада. Это ж проблема вечно, чтобы взошел. Сейчас так положу, пусть пока льется. Потихонечку. Вот он, укроп. Иди, укроп, посмотри. Спрашивал. Вот он, вот он, вот он. Что, что, что? Смотрите, какая у Коньки рана. Опять рана. Поля, ты как? Ничего не видно. Поля, ты как же так? Ой-ой-ой. Вот это рана. Ой-ой, ничего не видно. Это было очень больно. Ты плакала? Не было. А, она танец для меня репетировала красивую. Понятно. И закрывала глазки, да? Оба-оба. Так, так. Тын-дырын-дырын-дырын. Полька. Ой. Ой. А дед принес телефон в теплицу, а я слышу, вы кричите, бабуля, бабуля. Я такая, думаю, наверное, приехали, а вы в телефоне. Ну, Поля. Муся, ты на кого охотишься? Так напряглась, кого увидела? Никого нету. А, воробей чирикает. Понятно. А я пошла за травой. Тут травы было много, а теперь
цыплятам, курочкам надо рвать, а ее нету. Вот они такие одуванчики любят. Молочай. И все самое колючее любят и горькое. Так, еще ищу. И любят портулак очень. Ой, ой, ой. Муся, ты с кем там? Смотри-ка, охраняет территорию. Кто там? Ну, кого обижаешь? Ты же большая девочка, мудрая должна быть. Так. Вот портулак. Его прям курочки выбирают из всей травы. Я его пока не стяпала. Вот так хожу и рву утром вечером. Ты пришел, Вася. Ты пришел. Привет. Тебя что ли Муська обижала? А Муська сидит недалеко. Что такое? Тебя что ли? Такой плюшевый. Кс-кс-кс-кс. Бояка. Муська, ты серьезная женщина, да, у нас? Не пускаешь мелочь во двор. Ты бы кота так гоняла? Соседского, большого, бесхвостого. Все. Мусенька, не злись, а? Пожалуйста. Когда все убрали с огорода, это еще не запахали. Огород такой огромный, кажется. Прям большой. Я, кстати, сейчас стала добавлять им йодинал. Один кубик на ведро воды. Один раз в день. Вот так недельку их пропою. Это тоже как витаминная подкормка и профилактика всяких заболеваний. Про грибы вчера поговорили. Сейчас с шампиньонами картошки нажарю и салатик сделаю. У меня еще в морозилке шампиньонов, не знаю, килограмма два или больше. Еще надо съедать. Сегодня день опять так быстро пролетел. Вроде бы вот и ничего такого не сделано. Моментально. Но я сегодня 8:30 проснулась, если честно. И то Михалыч уже разбудил. Ему надо было на озон ехать. Я говорю, нет, давайте на озон, а я буду завтрак готовить. Сегодня жарко, 28 было. Бассейн у нас позеленел, потому что мы перекись туда не лили. И я хочу его слить уже. Слить. Все и законсервировать. Купили специальную жидкость консервирующую для него на зиму. Если бы баню каждый день бы топили, туда можно было купаться. В бассейне продолжать. Но без бани как бы прохладно. 23-24 градуса вода. Прохладненько. Надо прогноз погоды посмотреть. Если еще впереди будет такая жара и ночи теплые, как сейчас, то можно его либо новый наполнить и пользоваться. Дети спрашивают, бабуля, как там бассейн? Как? Болото, говорю, только для толстых бегемотов, которые не мерзнут. Давно-давно не жарила картошку на сале. Так хочется, а сала нету.
на рынке была, и что-то я мимо сала вообще пролетела. Да я туда быстро захожу, в мясной магазин, если честно. Мне там некомфортно. Вот правильно одна подписчица написала, что там моргом пахнет. Так и есть. Быстро хватаю и убегаю. За ваше здоровье. Меня, наверное, там и не видно вовсе, да? Я тут на сковородку вас поставила. Сейчас еще ужарится. И как раз две порции получится нам с Михалычем. А вон он и кот пришел. Ну-ка, брысь. Муся. Он же тебя бить опять пришел. Чего поддаешься? А я цыплятам несу очистки. Вы знаете, у меня в Сибири почему-то цыплята, куры не ели очистки вообще, прям сырые. А эти едят. И в Сибири морковку не ели, а эти едят. Странно. Брысь! Брось, смотри, как мотали. Такой сочный. Сладкие-сладкие нектарины. Угу. Прям кусаешь, и сок бежит. Сейчас самый сезон нектаринов, надо их брать. Рекомендую. Очень вкусные. Маленько подразню вас. Угу. Ведь же тем, у кого он растет. Я надеюсь, у нас тоже будут фрукты. Деревья-то посажены. Дай-ка неисправимо. Она находит все, что угодно. Опять рвет, таскает. Тряпочку мою украла. Да, Таечка? Ты неисправимая девочка. Весельчак. Фу. Ешь. Ешь ты. Ешь. Молодец. Вот эту тарелочку салатник я Тейке отдала только потому, что там у нее диаметр хороший. Она уши не мочит. Если особенно, когда жидкую пищу даю, то у нее уши сухие. Ну вот вам и золотой закат. Сколько могу, показываю. Все, за теплицы солнце спряталось. А мы сейчас будем ужинать, когда Михалыч закончит работу. А закончит он ее уже потемно. И сходим погуляем. Все. Всем пока-пока. Спасибо всем за просмотр, за комментарии. Это очень приятно. Не всегда успеваю читать, кстати, комментарии. Вернее, читать я читаю, я не успеваю отвечать. Злые комментарии, ребят, буду удалять. А то уже начинаете даже на моих подписчиков гнать бочку. Не пойдет. Не гнать бочку, как говорят, катить бочку, да?
не пойдет. Буду с вами прощаться. А остальным всем хорошей погоды, отличного настроения и всего самого-самого наилучшего. Всем пока-пока. Ваша Аленка и Михалыч.